Установка посттерминалов в торговых точках и ряде других объектов в Азербайджане стала обязательной. Это предусмотрено в поправках в налоговое законодательство, которые, напомним, вступили в силу с 1 января этого года. В правительстве отмечают, таким образом намерены стимулировать использование безналичных расчетов и бороться с теневой экономикой. Перечень объектов, которые, согласно поправкам, обязаны обзавестись посттерминалами, опубликовал азербайджанский Кабмин. Вне зависимости от территории и оборота, все НДС-плательщики с момента регистрации их товаров обязаны установить посттерминалы. В их числе организации, занимающиеся сбытом автомобилей и мебели, спортивные и развлекательные комплексы, отели, рестораны, медучреждения, заправочные станции, кассы по продаже билетов, туристические компании. Объекты со среднеквартальным оборотом в более чем 2000 манатов в случае несоблюдения закона будут оштрафованы. В первый раз на 1000 манатов, во второй на 3000 манатов. В случае третьего нарушения на 6000 манатов.